Вооруженные силы Украины перебросили эшелон военной техники из Одесской области к Мелитополю. Состав из 60 вагонов растянулся на 1,5 километра у села Новобогдановка. На платформах бронированные тягачи системы ПВО на гусеничном ходу, предназначенные для воздушной и наземной обороны, а также инженерная и автомобильная техника. Вместе с эшелоном под Мелитополь прибыл мобилизованный и отлично вооруженный личный состав.